Подожди, попрошу сюда. Стрелять, говоришь, будешь? Да стреляй, стреляй, хоть перестреляйся. Мы аномальные, необозданные, бессилесные существа. И мы вам ничего не отдадим. Отсюда пока цел. Загляните прямо в нас и войдете в транс! Нет. Транс! Нет. Загляните прямо в нас и войдете в транс! А начинается беспорядок и безобразие. Это что ли пресловутая гражданка с красным лицом? Я женщина с красным лицом, я жду. Милочка, у вас же просто аллергия плохой косметики. Рекомендую вам смягчающий крема. Мы зеленые глаза, зелень, зелень, бирюза. Девушка, загляните прямо в нас и войдете в транс. Нет. Транс! Все понятно. Вы же дальше своего носа не видите. Тем более, что его у вас нет. Рекомендую вам сходить в оптику. О, спасибо. Все, придется мне взяться за дело. Боже мой. Вас не стирать, наверное, лет 5. Надо же так почернеть. Вас спасет только стиральный порошок. Все, я не могу справиться с этой женщиной. Сдаемся. Забирайте свои подарки и свои морозы. Вы ведь их почему украли? Вы тоже Новый год хотели. Да, староват я для таких приключений. Дед Мороз, Снегурочка, простите нас, пожалуйста, мы тоже праздник хотели. А зачем было похищать-то? Я что, жадный, что ли? Ну так мы же не будем. Не будем. Ладно, прощаю вас в честь праздника, но учтите, что за вами следят мои верные помощники. И они мне обо всем расскажут, коли вы будете проказничать. Ну ладно тебе, дедушка, не сердись. Давай лучше елку огоньками зажжем. И правда, это внучка. Как это я запамятовал? Что бы я без тебя делал? Ребята, а вы поможете нам зажечь елочку? Да! Давайте все вместе. Раз, два, три! Что-то не выходит, ребята. А давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, елочка, ребята, видимо, вы слишком тихо кричите. Нужно погромче. Раз.